тебя люблю, ты дыхание мое, Иисус. Упование мое, Иисус. Я тебя люблю, ты дыхание мое, Иисус. Упование мое. Сердце утопает в тебе, свои мысли растворяю в тебе, свое тело подчиняю тебе. Упование мое, Иисус. Я тебя люблю, ты дыхание мое, Иисус. Упование мое. Совершенный Бог, мое сердце утопает в тебе, свои мысли в тебе, свои мысли растворяю лишь в тебе, свое тело подчиняю тебе, Господь. О, царствуй во мне, Бог мой. Совершенный Бог, сердце утопает в тебе, свои мысли растворяю в тебе, свое тело подчиняю тебе. Царствуй во мне, о, царствуй, Бог мой. Бог мой, царствуй, 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 Бог мой. Аллилуйя. Слава Богу, заголовок Бразерс.
Братья Соколовы, спасибо огромное, друзья. Спасибо, вы молодцы. Слава, слава. Аллилуйя. Друзья, напоминаю, что мы в прямом эфире. Марафон благословения. Заключительный день. Осталось совсем немного времени. Мы в прямом эфире из студии телеканала ТБН Санкт-Петербург. Прямо сейчас напишите или позвоните, потому что у вас есть эта возможность связаться с нами для того, чтобы мы могли вместе с вами молиться о этих нуждах. Может быть, мы не успеваем прочитать все ваши нужды или вот как бы ваши имена прочитать. Знаете, что Бог каждое ваше послание знает, читает и отвечает. Поэтому вы проявляете, выражаете свою веру в том, что вы написали. Таким образом, возлагаете упование на Господа Бога Всемогущего. Поэтому прямо сейчас позвоните или напишите. Алла из Санкт-Петербурга написала нам. Во время марафона молюсь за людей и их нужды. На прямом эфире молилась за плечевой сустав. У меня тоже болел плечевой сустав. Я приняла эту молитву, и Господь исцелил. Hallelujah. А также простуду и доброкачественная опухоль практически исчезла, Hallelujah. Слава Богу. Аллилуйя. Далее, Александр Украина. Хочу поблагодарить за ваши молитвы. Вчера в прямом эфире вы молились за освобождение от всякого страха. Кто-то у нас вчера молился против страха, который не от Бога. Я был в молитве с вами. И прошлая ночь была такой мирной, такой спокойной, которой не было уже 3 года. Я не мог спать спокойно. Этот страх и беспокойство проявлялись, Аллилуйя. Особенно по ночам. Благодарю Господа! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Ты хотела прочитать? Или... Я вот что хочу сказать. Какая камера? Аллилуйя! Камера? Сюда. Я думаю, куда? Знаете, братья, вот что здесь происходит на марафоне? Вот когда каждый раз канал ТБН, он проводит эти марафоны, я... Когда стояла здесь, Дух Святой мне сказал сказать это слово. Когда сотник подошел к Иисусу и сказал, что слуга мой жестоко страдает. Иисус был готов пойти туда. Угу. Но что сказал этот сотник? Он сказал, скажи только слово, да. и выздоровит мой слуга. Вы знаете, вот в этот момент слуга был здоров. Так интересно, вау. Что мы здесь делаем? Мы просто говорим слово. Да. Но это слово, Аллилуйя. Оно материализуется в вашей жизни, и оно приносит реальный результат. Аллилуйя. Слава Господу. Знаете, я очень счастлива, что мы можем здесь стоять, и как Иисус, Он в Луки 4 главе сказал, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Да, слава Аллилуйя. Господу. И вот этот Дух Божий, Он также на тех людях, которые служат Ему. И этот Дух Господень, который был на Иисусе, Он сейчас на нас. Мы говорим слово, но ваша задача Аминь. Принять это слово, и вы увидите результат. Потому что Бог, Он не ограничен никаким пространством, ни временем. Аминь. Бог, Он вездесущий, да. Он Бог всемогущий. Да. Аллилуйя. И ничто не может Его связать, yes. кроме нашего неверия. Да. Пастор Руслан рвется в бой. Да, да. 11 глава Марка, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный просил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит». Я все правильно? Все правильно. «То и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я немножко знал такой аргентинский проповедник Карлос Анаконти. Он просто делал большие стадионы, там по 40, по 50 тысяч приходило. И он рассказывал, мы общались, он рассказывал, что больше всего исцеление начинало работать тогда, когда он верующим, неверующим начал говорить, что ты должен простить. Люди говорят, ну многие говорят, я не могу простить, я столько лет ненавидел, мне такую бяку сделали. Я не могу простить. Он говорит, тогда делай что-то, скажи решение. Я делаю решение, что я прощаю. И когда люди молились так, говорили, после этого он молился, и сила Божия действовала просто могущественным образом. И то, что я чувствую, что, может быть, ты был где-то разочарован, вот это может держать. Угу. Поэтому вот каждый раз, и сегодня, просто сейчас, если ты... Если ты кого-то не простил, или есть кто-то, кто сделал очень плохо в твоей жизни, если есть кто-то, кто тебя обманул, кинул, изнасиловал или еще что-нибудь сделал, выбросил, ты остался без средств
для существования. Но знаешь что? Прости. Сегодня, аллилуйя. Когда ты прощаешь, Бог может принести тебе твои финансы обратно. Аллилуйя. Да. Он Аминь. Восполнитель. Но то, что ты должен сделать, чтобы, понимаешь, это речка Божья, чтобы слава Божия и Дух Святой начал двигаться в твою жизнь и в твой дом, и в твою квартиру. Прости. Аллилуйя. Если ты не можешь, давай вместе молимся. Помогайте мне, пожалуйста. Давай вместе молимся. Скажи, что во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я прощаю своего обидчика. Я прощаю того, кто сделал мне зло. Я прощаю того, кто говорил обо мне плохо. Я прощаю того, кто мне что-то ужасное сделал. Кто кинул, обманул, изнасиловал. Я прощаю во имя Иисуса. Скажи, я прощаю. Выскажи это своими устами. Скажи, я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. Если тебе тяжело это сказать, бывает, я молился, знаешь, у меня маленькие дети, другой раз они поссорились, я помню, я практиковал, я говорю, молитесь, я прощаю друг друга. Они, я и не могут сказать прощаю. Это так тяжело, это просто дьявол другой раз держит. Если ему сказать, я прощаю, скажи, я делаю решение. Во имя Иисуса. Прощаю. Прощать. Я делаю решение. И теперь смотри, немножко дальше, то есть выше, тут написано. Иисус отвечает, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Да. Аллилуйя. Я хочу, чтобы ты опять сегодня, смотри, тут три раза, тут говорит один раз что? Один раз, тут сказано один раз верить, и три раза сказать, да? Да. Три раза. Пожалуйста, давайте, ты скажешь, мы уже один раз говорили, сейчас то же самое. И знаешь, что ты должен сказать? Ты должен сказать, болезнь. Ты знаешь, какая у тебя болезнь. Скажи, болезнь, во имя Иисуса, поднимайся. И вернись в море. О, во имя Иисуса Христа. Скажи, во имя Иисуса, мой долг. Поднимись. И вернись в море. Вернись в море, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Скажи, моя боль. Поднимись. И вернись в море. Вернись в море. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Прямо сейчас. И все остальное, может быть, я что-то не сказал. Называй конкретно, сам скажи, рак. Скажи, болезнь печени, какая у тебя есть болезнь, боль. Скажи просто во имя Иисуса. И поднимайся. Во имя Иисуса, сам ты проговори своей боли, своей проблеме. Во имя Иисуса, поднимайся и вернись в море. Во имя именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Прямо сейчас. Скажи, я поднимаю это и я бросаю всякий долг, всякая зависимость, всякая привязанность, всякий грех, все неправильно. Во имя Иисуса, поднимись и вернись в море. Молочишься на имя Иисуса. Господь, я благодарю прямо сейчас, что сила Божья, сила Духа Святого, она приходит в ответ. Аллилуйя. Господь, вся слава Тебе, вся хвала Тебе. Я благодарю за чудеса, которые они получают там у себя на месте. Я благодарю, что деньги приходят. Я благодарю, что долги прощаются. Я благодарю за ангелов. Знаешь, когда ты так говоришь, у тебя есть ангелы, ты просто даешь им команду. Ты даешь им команду, чтобы они что-то делали. Во имя Иисуса, я благодарю, что ангелы идут и приносят все обеспечение и приносят все финансы. Аллилуйя. Чтобы имя Господне было прославлено, чтобы слава Его распространялась по всей земле. Аллилуйя. Чтобы все говорили, что Иисус жив, что Он воскрес и жив. Он сегодня, вчера и вовеки тот же. Он делает, поднимает, работает. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Слава, слава. Отец, спасибо Тебе. Благодарим Тебя за Иисуса. Благодарим за помазание. Благодарим за Духа Святого. Аллилуйя. Аллилуйя. Это течет. Да. Когда это есть и течет, аминь, я готов Аллилуйя. Прыгать. Аллилуйя. Знаешь, из-за этого просто интересно жить, когда слава Божья. И я чувствую, что это слава для чудес. Аминь. Вы знаете, Господь, сам не ожидаешь, уже столько чудес произошло. Аллилуйя, прямо сейчас. И ты участвовал. Я благодарю, тебе, и твоя спасибо, вера поднимется, Иисус. Потому что вера. Ученики спросили Иисуса, как мы хотим, чтобы наша вера умножилась. Он сказал, если ты скажешь горе,
Если ты скажешь проблеме, если ты скажешь дьяволу, если во имя Иисуса всякий дьявол, который мучает людей, всякая эпилепсия и все остальное, всякие духи, которые мучат, во имя Иисуса прямо сейчас мы берем власть и приказываем, убирайся вон во имя Иисуса. Говори вместе со мной, дьявол, убирайся вон. Убирайся вон, дьявол. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Вся слава Богу. Слава Господу. Аминь. Аминь. Аллилуйя.